Съемочная группа сейчас работает на аэродроме Гостомель. Отсюда до Киева чуть больше 20 километров. Сейчас этот аэродром контролируется российскими воздушно-десантными войсками. Посмотрите, какая здесь сейчас обстановка. Перемещаться не очень безопасно, потому что на земле очень много неразорвавшихся боеприпасов. Украинские артиллеристы обстреливали аэродром. Вот, посмотрите, попали в ангар, что от него осталось. Он сожженный, за моей спиной сожженная украинская техника, которую они побросали здесь. И также украинские снаряды попали в ангар, где хранился самый крупный транспортный самолет в мире. Ан-225 «Мрия», в переводе на русский «Мечта». Так вот, украинские артиллеристы попали в него, и самолет сгорел. «Мрии» больше нет.